Меня зовут Евгений. Значит, почему я здесь? Потому что после начала войны мы переехали в Турцию. А почему? Потому что не могли находиться в Москве, не могли находиться в той ситуации, когда на зданиях находится, когда ты гуляешь по Москве, на зданиях находится большая огромная буква Z, вывешенная там в виде, соответственно, георгиевской ленты. Это двойное, мне кажется, оскорбление. Одно оскорбление георгиевской ленты, второе оскорбление, значит, вот той ситуации, да, тех потерянных жизней, которые были результатом амбиции, как мне кажется, лично одного человека. Но сам факт потери жизни людей, это ужасно. То есть, когда это не трагедия, а как бы умышленное, по большому счету, убийство людей, с одной стороны, да, что там российские солдаты гибнут, которые туда посылают, в том числе не по их воле, украинские мирные жители гибнут. Ну, кажется, что это абсолютно точно, это трагедия, это ужасно. Поэтому я здесь, чтобы эту позицию проявить, как бы честным быть самим собой. Сегодня мы организуем и проводим акцию, посвященную 12 июня. Эта акция всемирная, носит она свое название «День независимости от путинизма». И мы выходим вместе с россиянами по всему миру, чтобы сказать очень громко «нет» этой бессмысленной и беспощадной войне и показать, что нас на самом деле много, что нас больше тех, кто за. Здравствуйте. Почему вы здесь? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Роза. Пришли, потому что болеем за Украину, переживаем за нее, понимаем, что она сейчас терпит за весь мир, можно сказать, приносит жертвы своих людей. И надеюсь, что все-таки победа будет за Украиной. Вас как-то лично коснулось начало войны и ситуация в России? Да, коснулось. У меня дочь училась на последнем курсе, мы все бросили и уехали из страны. Почему? Не хотим жить там, в той стране, которая убивает людей. Русские против войны! Русские против войны! Русские против войны!